Отдыхаем мы такие, сидим рядом со своей кроватью. Как вдруг... Как вдруг какая-то первая волна началась. Пингвины хотят своровать кровать. Падаем, пингвины. Ём их. Вот вам. Йо, ломают. Кусим нам кровать, нужно защитить кровать, давайте стену строим. Опять они сюда пришли, чего они нашу кровать собираются съесть? Смотрите, надо сделать огромный куб, давайте. Чтобы они сюда не пробрались. Так они же строиться смогут, алё. Нет, мы крышу сделаем, мы крышу, смотри, мы крышу сделаем. А, ну, если высоко построиться и крышу сделать туда. Это что за боксёр, который туда динамитом, прибежал? Пингвин динамитом. Мне где этот боксёр пингвин по роже треснул, так, блин, капец, больно. Хватит! Офигеть, ну, тут какие-то вытянутые пингвины на нас нападают. Еще давайте, убивайте их, молодцы. Давай, Миднайт, бегай за алмазами. Нам нужна прокачка хорошая. То мы с ними не справимся. Я сейчас за алмазами пойду. Меня тут, правда, пингвины, блин, бьют. Давай, ты сможешь. Агуша, покупай кирпичи и давай, идем ко мне. Я же говорю, у меня Агуша вместо мозгов. Я случайно купил этот шерсть. Так, сейчас я сделаю тут у нас дверь для нас. Смотрите, это что за пушка такая тут стоит, смотрите. А что покупать? Генератор, генератор. Ага, хорошо. Так, пингвины пока что остановились и не нападают на нас, поэтому мы пока что быстренько защитим кровать с помощью этих кирпичей. Агуша, как там у тебя дела? Я строю. Строительная бригада. Давай, я тебе помогу. Давай, строительная бригада. О, у нас тут смотри, сколько строителей нашлось. Работаем за бесплатно. Мы работаем на кровати. Не, кровать это наше все, она 1 миллион долларов. Настолько суровая работа, то что мы работаем на кровати. Нам нужно защитить свою кровать, потому что она у нас единственная. Шерсть надо убирать, которую пингвины поставили? Да, надо. Ой, меня тут эти, их шерсть вам ловит. О нет, написано, что скоро придут новые пингвины. Давайте скорее крышу достраивайте. Я тебе помогу. Давай. Защищаемся. Немножечко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут пингвины. Ай! Они сюда залезли. Им на меня все равно, потому что я же не кровать. Они вообще офигели кровати воровать. Да-да-да. Давай убираем их мусор и поставь тут последние блоки. Так, вроде бы мы все сделали. Ну вроде да. Давайте, я пойду к кровати, посмотрю, там нет пингвинов. У нас это работает! А, они продырявили стену! И залезли к кровати, давайте. Они продырявили стену! Убивайте их! Да, они стены кушают! Ну тут вообще почти съели. Надо заменять блоки. Пингвинов, походу, не кормил никто. Ага, вообще, блин. Они стены едят. Так, у меня есть две каких-то шок вавы туры. Так, сейчас я ставлю какие-то вот такие вот огромные тесты, которые будут этих пингвинов убивать. У меня к тебе одна идея. Время броню купить. Какая идея? Застроить огромным слоем шерсти вот эту всю огромную коробку. Чтобы они грызли дольше это все. Ага, кстати, можно. Мне кажется, надо, чтобы два человека внутри сидело и убивали пингвинов. Да. Ну, можно так сделать. Какие ж иди, ты будешь сидеть внутри и убивать пингвинов. И пусть туда еще пойдет Фокси. Ты сможешь пойти? Ого, да что тут шипы стоят? Мне интересно, как эти шипы над шипами стоят? Странно. Это защита от пингвинов, но я не знаю. Да, ну... Я пошел дальше за алмазиком. Хорошо, теперь качай дома. Я подбегу сейчас за изумрудами, быстренько скажу. Потому что мне нужна алмазная броня. Я нашел один изумруд, и еще я нашел одну овечку. Я ее хочу спасти. Я нашел овечку и спас ее. Теперь у меня есть своя собственная овечка. Она будет бегать за мной и помогать мне убивать этих дурацких пингвинов. Ого, тут они все отсюда идут. Ладно, я соберу изумрудов и куплю себе алмазный меч. Так, у меня уже 3 изумруда, еще один нужен. А, пингвины! У нас тут человек с полным броней алмазной. На нас пингвин напал. Получай. Пингвин апокалипсис. Они ломают нам кровать. А, они пытаются ее сломать. Они ломают ее. У нас один. Убивай их. У нас один пингвин.
Убивай, убивай его, давай. Я бегу. Я накопил на алмазный меч, я бегу его покупать. Так. Ага, открываем эту штуковину и покупаем алмазный меч. У меня есть один алмаз, Миднайт. На. Так, я со своей овечкой и алмазным мечом буду тебе помогать, Катиш. Намусорили тут пингвина, вообще офигели. Ну да. Они здесь дырки просто как клопы прогрызают. Ага. Знаешь, как эти, как термиты вообще, да, офигели. Давай-ка я пойду и убью тех пингвинов, которые остались, они там сидят, потому что... Может, броню сделать дополнительную для хаты нашей? Не знаю. Вон там пингвины стоят и ждут чего-то. Сейчас мы их угостим фаерболчиками. Сейчас я к ним простроюсь и буду стрелять в них из лука. Вот это у него там динамит у этого пингвина вообще. О! Катиш, идем сюда защищать кровать. А, ладно, у нас тут уже есть Тима. Нас тут три человека собралось, и мы будем защищать кровать. О, он звезды кушает. Странный, конечно. Катиш, давай я тебе дам важное задание. Сбегай за изумрудами и принеси их. Хорошо, мы побежал. Хорошо, давай. Пингвины проломали проход. Они взрывают тут все, вообще офигели. Убиваем их. Так, у нас тут все хорошо, они, правда, прогрызают нашу дверь, но ничего. У меня 129 хп почему-то. Так, я вижу, один сидит такой, грызет тут все. Ничего, мы их сейчас будем убивать. Я не справился с твоей задачей, мне подано, и я умер от пингвинов, но я опять иду. Ладно, давай. Смотри, твоя задача принести мне 4 изумруда для начала. Хорошо. Там остался один пингвин, и он чего-то там ждет. Давайте его убьем. Вон он. Огонь из всех орудий! Прямое попадание фаерболом, и пингвин падает в бездну. Так, я захожу снова в наш бункер и буду тут защищаться от пингвинов. Давайте поломанные блоки будем заменять. Видите, они уже как бы... Их пингвины покусали, они непрочные. Поэтому мы их будем заменять. Я нашел еще одну овечку, она на дереве застряла, наверное, от пингвинов пряталась. И тут рядышком пингвин, сейчас я его убью. Все, я его сбросил. Еще один боксерский пингвин ко мне идет. Так, я пойду спасать ту овечку. Вон она. Все, я ее спас. А нет. Да, я ее спас. Теперь она тоже со мной будет бегать. И у меня уже две овечки. Пингвины напали на кровать. Ничего, мы сейчас их будем снаружи убивать. Это какие-то пингвины динамиты ставят вообще. Так, еще один, он пытается дверь прокусить. Все, мы его тоже победили. К кровати, зайди к кровати. Ну. Так, вот, на тебе изумруды. Да, ты справился с заданием, молодец. Ну, там я 3 взял, но сейчас притащу еще один. Мне нужно 8 изумрудов. Или вообще лучше 12, конечно. О, мне еще 3 дал Дарик. Спасибо тебе. Давайте накопим 20 изумрудов и купим изумрудный меч. И я буду стоять у кровати тогда. Давай. Я вижу, пингвины спрятались и, наверное, обижают еще каких-то овечек. Поэтому мы их сейчас будем убивать. Так, тут у нас осталось несколько пингвинчиков, а я отправлюсь на поиски овечек, которые тоже сидят на деревьях испуганные. Я уже 2 нашел. Ух, я собрал 2 изумруда еще. Сейчас еще соберу. Хорошо, у меня уже 6 есть в инвентаре. А тебе нужно 20. Много. Я вижу еще одну овечку, которая потерялась. Вон она стоит рядом с алмазами. Сейчас я пойду ее спасать. О нет, скоро пингвины на нас опять нападут, написано. Я пойду быстренько овечку спасу. Это очень-очень-очень плохо. Вот тут овечка. О, привет, овечка, я тебя спасу. Даже 2 овечки тут сидели. Пух, вот все, они со мной пошли. Пух на. Я собрал 4 овечки, и теперь мы вместе с ними будем убивать этих пингвинов. Что, пингвины со снайперками? Такие существуют? Даже в сказках таких нету. Ладно, я пойду внутрь здания нашего. Они опять прокусывают эти ворота. Пингвины. Ага, вообще сложно. А, меня жуют. Ван Вест мне дал еще 3 изумруда, это хорошо. Меня еще есть 1 изумруд. Так, у меня уже 1... Ай, это что за взрывы? Пингвины вообще взрываются. Так, давайте выйдем на улицу и будем помогать нашим товарищам убивать этих пингвинов. Они там, у меня уже 12. Там большие пингвины, сейчас я... Давай сделаем дверку. Проберемся. Тут грызут. Я вижу, они грызут. Надо их убивать. Сейчас я поднимусь повыше. Он прогрыз и полез к кровати. Давайте убивать его, молодцы. Заделываем пробоины.
Я вижу, там большие пингвины сидят. Такие бывают. Вот это и вообще большие. Ну ничего, так. Я вместе с овечками их сейчас всех убью. О, полетел вниз. Так, смотрите, пока новые пингвины не прибежали, они пока что подзаряжаются. Собирайте ресурсы и готовьтесь к атаке пингвинов. Я пингвина снова вижу. Пингвина вижу, который с этот остался. Хорошо. Так, у меня очень много железа, я куплю фаерболов и кирпичей. У меня 2600. Так, ладно, сейчас. Так, еще 4. Ух, можно один алмазик? Он опять? Давай я алмазик дам. Ой, не алмазик, а этот, изумруд. Ну на, давай один нам. Спасибо. Вот 8 изумрудов. Так, я в коробке. Я в коробке. Так, вот, на. Так, все, ровно 20, я пошел покупать. Да. Все, я купил изумрудный меч. Так, у меня есть 4 овечки и еще изумрудный меч, так что мы справимся. Нам пробили тут. Давайте защищаемся. А, я вижу. Нам пробили. Они напали на кровать, давайте я вам помогу. Я 100 урона наношу с одного удара. Это что такое? Заделывайте пробоины скорее. Капец, блин. Ну так, ну все происходит. У кого есть материалы заделать? У меня. Вины. Смотрите, там с другой стороны их много собралось. Там и снайперы. И кровать хотят проломать они. Он залез в кровати. Он ломает кровать. Убивай его. Да я не в коробке. Все, убил. 170 урона с одного удара. Так, я побежал в атаку на этих пингвинов. Там большой пингвин сидит. Я его сейчас попробую сбить. Рядом. Какие-то странные пингвины, они стоят там, просто чего-то ждут. Ух, ё! Король пингвинов идет. Я сейчас эндерперл куплю, если что, чтобы убегать. Вот написано, король пингвинов идет. Дайте мне, пожалуйста, шарик. Ой, этот. Один изумруд на шарике. Давай я дам. Ты где? Я тут. Где именно? Могу в центр. Ай-яй-яй-яй-яй! Иду к нашей карте. Да, иди в хату. Я тебе дам. Окей. Давай. Ух. Ща, я этих убью и я дам. Я дырку заделал. Где? Вот ты. Здесь. На, держи. Я дырку заделал, все хорошо. Вернул мне один из зубов, да? Офигеть, их тут. Что здесь происходит? Я вам помогу их убить, не переживайте. У меня изумрудный меч. Заделывайте дырки. Я заделал то, что могу. Вот тут сверху. Логично. Так, все, последняя волна осталась, да? Давайте этих добьем, и будет последняя волна. Мы наконец-то от них избавимся. Все, сейчас будет 10-я волна, и сейчас придет король пингвинов. Готовьтесь. Это будет... Быстренько да закупайтесь и бегите с базы. Он нам сразу убегать. Ее разнесет, мне кажется. Ух, ё. Где он? Нужно дофига фаербол. Я не знаю, где он. Король пингвинов здесь написано. И где он? Ну, где он? Я его не вижу. Я что-то думал, ай, меня кто-то за спиной бьет. Воу, боксер, давай один на один. Я нашел король пингвинов. Где он? Он тут. Он за забором. Я иду к он вам. Он прорвался на нас. Он прорвался. Я покупаю урон, давайте мы сможем. В смысле прорвался, блин? В смысле прорвался? Так, ладно, прорвался. Мы держим кровать, давайте. Они все ломают выглядит? И ломают, да давайте. Я не вижу. Он огромный. Я их буду убивать. Где король пингвинов? Я его не вижу. Да я тоже не вижу. Да вот без спаунера. Они ломают блоки. Заделывайте. Ты что? Меня что-то дамажит. Меня дамажит. А где король пингвинов? А вон он. Он идет сюда. Давайте, осторожно, осторожно. Убиваем их. Ай-яй-яй. Опять они пришли кровать ломать. Давайте, все, я все заделал. Я внутри сижу. Иду. Помогай, иду помогай. Я один внутри, иду, они сейчас кровать нам будут ломать. 7 хп. Тут какие-то маги. Давайте, я внутри. Король пингвинов. Я его вижу, я иду к вам. Я иду вам помогать. Идите на кровать, я королю пингвинов. Сейчас я это уберу, давай, я это убираю. Сможешь заспавниться. Что такое вообще? Давайте, идите внутрь, защищайте кровать, а я пойду королю. Где король? Ничего себе, сколько! Немножко осталось, мы почти выиграли. Вот большие пингвины, я их сейчас буду убивать. Короля вроде бы убили. О? Короля убить? Так быстро?
Давайте, я их буду атаковать. Помогите мне, помогите мне, король. Какой-то сабики. Ой, ой, это что за кусака? Он меня чуть не съел. Боксер, давай один на один. Крысу взял, ударил, я упал, блин. Вот смотрите, это что, читер какой-то? Он так далеко бьет вообще, этот пингвин. Давайте, немножко осталось. Вон я вижу еще одного, сейчас я у него прошу. Я хочу в кровати засевусь. Убиваем его. Пум, полетел вниз. Давайте, вон еще один. Полетел вниз. А, он что-то падать не хочет. Огонь из всех орудий, а давайте, и лука. Мы ищем пингвинов. Все, мы победили. Вы выиграли. Ура, мы убили всех пингвинов. Теперь только весь этот мусор убирать, и можно дальше отдыхать у кровати. 8500 урон. За то, что мы спасли всех от пингвинов, нам дали подарки. Вот, теперь я могу показывать то, что я спас кровать. Вот таким вот смайликом. Победил короля пингвинов, и кровать жива. Круто. Смотрите. О, все мы так можем. Да, кстати, теперь реально с первого раза. Это такой скриншот. Все так эмоцию сделаем, включим одновременно. Так, встаньте рядышком. Так, все, все стали. На счет 3 включаем эмоцию. 3, 2, 1, включаем. Хочу сказать большое спасибо Агуше, детективу Гусю, Митнайту, Рон Геймсу, Фокси Стали, Дарику и также иностранцу, который просто так к нам попал, за помощь в создании этого видео. А сейчас я рекомендую посмотреть вам видео, где на меня охотились 4 охотника. Ну а с вами был Геймс, до скорых встреч.